Да, ребят, всем привет. Это Сакраменто, Калифорния. Рио Линда, точнее сказать. И сегодня я вот прогресс хочу показать вот этого нашего. Это перуанский цереус или перуанское яблоко. Доча, не трогай. Это кактус. И посадил я его больше года назад, но он практически не рос. И вот буквально за месяц вот у него такой прогресс, он вот этот наросли вот эти сегменты практически вот за июнь месяц. Тем, кто не знает, это кактус, как уже из названия понятно, что родом из Перу. И ну, считается, что это один из самых высокорослых кактусов, слабо ветвящийся кактус. У меня, у нас это к тому же без форма, без колючек. Хотя, конечно, те основания, где колючки в принципе должны быть, они все равно имеют маленькие такие волосообразные колючки, которые неприятны, как стекловато. То есть лучше не касаться его все равно. Но он также приносит плоды. Очень красиво цветет, большие цветы, огромные. И плоды съедобные, по вкусу напоминает Dragon Fruit или плоды опунции тоже. Ну, больше на Dragon Fruit внутри он похож, не на опунцию, потому что семечки мелкие, белая мякоть такая. И, ну, интересно тем, что кожа абсолютно гладкая у плода. Если кому интересно, можете найти, у меня на канале видео есть. Когда я покупал вот эти кактусы как сегменты, отрезки, да, обрезки кактуса, то мне человек дал два плода попробовать. Достаточно приятный. Вот такой прогресс. Начал расти, короче. Он у меня стоит на поливе от начала. Капельница есть. Ну и будем дальше видеть. В реале он должен быть очень высокий. Вот это у нас забор. Посмотрим, как дальше будет все происходить. Но сейчас очень хорошо пошел расти.